нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы уже видели эту статую Торы, когда уплыли из пещеры ведьмы. Где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. Что сделал? Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Я же говорил, нам нужен ключ. Я же говорил, нам нужен ключ. Yeah!
Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Сын, сюда. А, мне как раз было интересно. Бедный Фафнер. От амбиций до алчности всего один шаг. Что приглянулось? Или... неважно. Волки! Мерзость! Приемлемо. Это что-то необычное. Бедный Фафнер. От амбиций до алчности всего один шаг.
Небоход Синдри еще там. Это если не хочешь лезть. Ведьма сюда не ходила. Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Ты знаешь больше меня. Спасибо.
Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Закончим дело. Дорога завалена. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой. Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Куда мы? Вход же был там. А ты торопишься? Нет, обычно торопишься ты, а я всегда рад осмотреться.
Это что, олень? Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Пройти нельзя, но есть чаша с песком. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл. Все. Ого! Как он туда попал? Тут было что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Я почти разобрался. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага, прелся. Что происходит? А я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Бьется! Так лучше, да? Чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны просто раз, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Ха!
Может, пойдем дальше? Место! Сильные враги. Это что? Место!
Эй, еще один кристалл. Ты только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Что он там? Thank you.
просто! Пойди сюда. Слушаюсь. Интересно.
Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Читай. Ладно. О, это Дуратрон, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Сын. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Thank you.
вершину, конечно. Ищем путь наверх. Тут только эта странная смола. Во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Петеля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажёг тут факелы? Мёртвым свет не нужен. Смотри в оба. Хватит! Ну я же просто... Ладно.
Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Похоже, тут что-то перевозили. Как же заставить крюк работать? У того факела механизм с шестернями и веревкой. Зачем это нужно? Крепко заперто. Читай. Эта штука не поедет. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай мы допишем. Нет. Камень явно клали йотуны. Наверное, великаны не просто добывали тут руду. Они жили здесь.
Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Здесь есть на что посмотреть. Так делать. Веревка может лопнуть.